дамы и господа, мы начинаем промежуточный турнир сегодняшнего. Весовой категории 57 килограммов. Приглашаем. Боец представляет бойцовский клуб «Айкуль Манас». Встречайте, Нурдинов Медель. Приглашаем его оппонента. Боец весовой категории 57 килограмм. Боец представляет бойцовский клуб «Базар Коргон». Встречайте, Нуркамилев Азатбек. Итак, дорогие дамы и господа, слева от меня, синий угол, боец представляет бойцовский клуб «Айкуль Манас». Бойцу 18 лет, рост 1,72 м, весовая категория 57 килограммов, тренируется под руководством Саидова Руслана. Нуркинов Медер! Справа от меня, красный угол, боец представляет бойцовский клуб «Базар Коргон». Тренируется под руководством Тургунова Нурбека. Боец является кандидатом в мастера спорта по боксу. Бойцу 18 лет, рост 1,60 м, вес 57 килограммов. Нуркамилев Азатбек! Бойцы на середину. Жаста, жау, 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 келені, жақшы. Бұта жақын бар болғанын. Бұта жақын бар болғанын. Құла, құла, жақшы, жақшы. Бағады, жақшы. Бұл, жақшы. Бұл, жақшы. Бұл, жақшы. Бұл, жақшы. Готовятся бойцы весовой категории 60 килограмм. Абдулбеков Тлек, его оппонент Абдулахатов Абдурахман. Готовятся. Он сейчас
мою. За 2 минуты и 10 секунд техническим нокаутом победу одержал боец Краснова Нуркамелев.